Доброго времени суток. Мне тут в стиме выпала игрулька Фригит 2022 года, якобы, но бета-тесты были до этого закрыты, я так понимаю. Сейчас она в демо-версии, ранний доступ. То есть игра по типу выживалки. То есть я сейчас постараюсь уложиться в 20 минут, сделать краткий обзорчик, побегать маленько, показать, что и как в игре. Вот. Так, прошлый видос я записывал, но у меня, к сожалению, пропал звучок. И я этот момент не поймал. То есть видос придется перезаписывать. Так. Сразу вариант. Так. Я знаю, что будет очень громко, поэтому я убавлю до двоечки. Так, новая игра. Скипаем. Еще раз скипаем. О. У меня такой картинки не было. Либо она начнется с того места, где я закончил. Вариант не вариант, но сейчас посмотрим. Да, игра начинается сначала. То есть выжить любой ценой. Понимаю. Так, первостепенная задача у нас это согреться. Есть инвентарь. Вот, есть крафт. То есть можно себе что-то сделать. Там, на рюкзак, куртки, шапки. То есть я как истинный дегенерат. Без куртки, без шапки, безо всего. Реально жесткая блюда. То есть, ну, я уже побегал, маленько знаю, где что лежит. Поэтому быстренько шустро ведемся топором. Почти быстро, шустро, я не помню, где он тут конкретно. Где-то, по-моему, в той области. Поймать зайца нереально. Я не знаю, но я не видел, что тут оружие какое-то крафтовое. Таких... В прошлый раз этот звук не убавлялся. Да и температура жёстче. То есть тут валяются вот такие олени. Их можно собрать кусок мяса там. Такое. Кыш отсюда, псина. Так, вот у нас есть топор. Вот у нас есть палки. Письки у нас рандомно лежат уже. Вернее, по дефолту. Лежат уже в рюкзаке. То есть кидаем дрова сюда. Нажимаем кнопку Ignite, кидаем мясо, и оно жарится. Там лежит чувак, чувака жалко. Он замерз. Тут есть шапка, заберем у него шапку. Так, нам надо согреться в первую очередь. А, шапка уже оделась. Уродски так, неудобно, он закрывает часть экрана. Есть консервы и готовая еда уже. Бутылка замороженная, размораживаем. Так, подожди. Я скрафтил шапку. Ничего не изменилось, шапка одинаковая. Вот так и вот так. Надо найти рюкзак. Рюкзак я не помню где, но не суть важна. То есть первостепенная задача — это согреться.
Так как мы взяли топор, я могу пройти уже немножко дальше. Вот, есть ветки, лутаемся, такой, не, стандартный лут. Единственное, что мне не понравилось, это даже при том, что у тебя есть топор, ты не можешь подойти, зарубить дерево, там, еще что-нибудь. То есть, такие варианты. Еще мне не понравилось, что не открываются многие шкафчики в домах. Вот еще и бутылка замороженной воды. Бобер. Вернее, это что-то непонятное. Есть бандаж. Вообще туалетная бумага. Не знаю. Потому что бандаж есть еще в туалете. В принципе, не особо замерз, но тем не менее надо согреться. То есть так вот по ходу игры греешься, можно крафтить палатку. Так, что там надо было? Нужны палки, я так понимаю, да? Ну вот они, да. И тряпка. Так, замороженная вода. Лопаты еще не знаю для чего, то есть не доходил до этого момента. Так, все, мы согрелись, пошли дальше. Я не знаю, поправят некоторые косяки или нет. Сейчас я дойду до одного места, там прям живой наглядный пример будет того, какой косяк жесткий есть в игре. Это прям, ну очень плохо вообще. Давай, погнали. Он устает быстро. О, может, можно наверх выйти? Да. И, то есть, если это выживалка, то мир здесь явно ограничен. Может, потому что это бета-версия. Чего? Ну да, я походу текстуру маленько завалился. Тут не важно. Ну так вот, так как это бета-версия, скорее всего, мир пока что ограничен и есть несколько заданий основных. То есть ну, за это. Ну да, ну да. Да, я еще и консервы достал вместо этого. Но зато поел. Ну. Вот. Еще есть еда, коробки, картонки. Больше тут ничего нет. Так вот, насчет бандажа. Зайд. Да. Открывать двери тоже на Е. Вот он лежит, бандаж. То есть, ну, кто в туалете делает бандаж. Это. Этого мы никогда, к сожалению, не узнаем. Еще тут регулярно воют волки. В прошлой записи, которая у меня, к сожалению, закосячилась. О! Даже вот так, тут явно кто-то санок наложил. А, это санки есть. А, ну так вот, на прошлой записи у меня были какие-то звуки странные, похрюкивания. Вот он, рюкзак, кстати. Похрюкивания какие-то, то есть, ну, якобы кто-то рядом бегает. Такое. Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету, да. То есть все то же самое.
Тут в некоторых домах, да, вот есть такие бумаги, типа мы там жили здесь и не хотим бросать это место. Вот, либо бросили это место и как бы всего хорошего. В сарае есть дрова. Там, кстати, в бумагах некоторых есть подсказки. То есть, допустим, сюда мы заходим, тут есть дрова, кусок железа. Ну и как бы все. Странно, что нельзя добывать камень. Вода замороженная, ты ее размораживаешь, он попил. Вот, допустим, ну, пей давай. И все. И бутылка исчезла. То есть ты можешь набрать в нее снег, растопить на костре, и у тебя будет как бы еще вода. И температура здесь дико растет. Прям с нереальной скоростью. Еще один рюкзак, я так понимаю. А, он пустой. В нем ничего нет. Так. Рубим, рубим, рубим. Бах. Дерево затроило сейчас его. Ну, короче, ты обладаешь якобы какой-то суперсилой и просто телепортируешь дерево отсюда. И постоянно какие-то звуки, как будто рядом кто-то пробегает, и ты такой на очке ходишь просто. Так, ну заходим в первую хату. Возьмите фонарь. Берем фонарик. Вот так. Топор убираем, берем фонарь. Но у меня яркость завышенная. Кстати, у меня есть, по-моему, предположение почему. Потому что когда я выключил запись, у меня яркость уменьшилась. Да, то есть она вот такая, по идее, картинка. Сейчас я делать ничего не буду уже. Так, это подбирается. Можно разжечь, в принципе. Так, и да, вот она. Замороженная вода. Вот, к чему я шел. Да, нужно поспать, чтобы восстановиться. Я понял. То есть нельзя открыть вот эти шкафчики. Здесь висит тряпка, вот бандаж вот этот, так называемый. То есть, ну. Так, да, тут бензин. Я, кстати, не подобрал одну канистру бензина. А, нет, подобрал, все нормально. Так, дверь не открывается. О, еще 5 спичек, здорово. А, то есть лут здесь меняется периодически. Потому что в прошлый раз здесь спичек. А может, я просто не видел. Прям очень ярко режет по глазам. Здесь можно открыть только некоторые шкафчики. А, вот этот. И вот эти все, они открываются. Еще вот это можно. А, нет, нельзя. Вот это. Но они пустые. Так, раковина. Кровь какая-то. Примерзли, может? Кто-нибудь, я не знаю. Так, ну здесь все. Здесь тоже дверь закрыта. Второй этаж. И мы мертвых хозяев здесь наблюдаем. Ребята отдыхают. Вот. Их, видимо, поели волки. Не знаю, как они зашли в эту хату закрытую. То есть здесь есть бумажка. Перевода в этой бумажке нет, но там написано, что
Вот как раз-таки они здесь выросли, они как бы хотят оставить этот дом. Вернее, это их любимое место, короче, там, ну, все такое, типа, где родились, там и как бы закончили свое существование. И все, побегали, да? Нельзя открыть ящики вот эти. А, допустим. Вот это нельзя. Тут, не знаю, провода какие-то повыдергивать. Это же все пригодится, это нужно, по факту. Если брать выживание такое, где отключили свет, связь, все прочее. То есть, ну, есть моменты нелогичные маленько. Так, это что? Это что? Угу. Я понял. Так. Спальный мешок. Выкладываем спальный мешок, да, вот смотрим, что у меня в инвентаре. 5 бензина. Ребрышки, которые, кстати, я лучше съем. Консервы. И как бы вот. Да, мы засыпаем. Отдых для сна, пожалуйста. Вот. Все, мы отдохнули, набрали сил, как бы готовы вершить, не знаю, себе шалашик там максимум. Вот, исследовать этот мир, этот закрытый мир, как бы. Ну, что там, грузись давай уже. Странно. В прошлый раз быстрее грузило. Он, видимо, очень сильно хотел спать. Итак, мы просыпаемся. Квартира темная. Все нормально. Стало сразу. Не знаю, может это глюк какой-то в игре. Потому что как раз-таки вот я поспал. И потом закончил запись. То есть уже было вот так вот. Так. И вот так. И хоба. Нету ни бензина, ни железяк никаких. То есть, ну, ничего вообще не осталось. Осталась только замерзшая бутылка. То есть, некоторая часть из этого просто куда-то пропала. А, вот, кстати, еще прикол. То есть, мы все видим, что он горит, но бутылка не размораживается. И наблюдаем, что... Надо нажать кнопку зажечь. Зажигаем. И он горит. То есть до этого он горел, но не горел. Так, сейчас вода завершится. Отлично. А, и еще приколюха. То есть ты поспал такой. И... Оба. Все двери открываются. Мы еще можем сходить на кухню. Тут у нас есть еще вода, печеньки, то есть какая-то еда. Необычная погода. Короче, это постапокалипсис, получается, связанный с, сформулирую, с глобальным похолоданием, так сказать. Обычно все ждут глобального потепления, а тут наоборот, блин, тут глобальное похолодание. То есть нереально высокая температура, то есть в доме с камином минус 23. Так. Мясо. Мясо надо пожарить. Единственное, что радует меня, это остался топор. Нельзя ничего больше забрать. Вот, следующее задание у нас выходит. Исследуйте полосу курорта для возможных знаков помощи. Вон там вон ходят волки. То есть с этими волками придется подраться.
из этого всего у нас есть только что? Правильно, топор. Я не представляю себе, как против двух волков драться топором. Ну это что-то такое. Тут ничего нет, тут ничего нет. Тут также ничего не появилось. И тут ничего не появилось. Шкаф нельзя открыть, тумбу нельзя открыть. Вот эти дверки у шкафа нельзя открыть. То есть, ну, вдруг там шмотки есть, да, теплые какие-нибудь, шуба, не знаю, полушубок какой-нибудь. Вот это нельзя открыть. Вдруг там, не знаю, дробовик лежит, блин. Ну, это навряд ли, конечно. Но там за лестницу залезть нельзя. Так, мясо-то готово? Мясо готово. Что, попробуем пиздиться с волками? Так, я вышел не с той стороны. Вот тут еще ягоды можно собирать, да. Ну-ка. Так, ягоды можно сразу съесть. Зарядиться энергией. Бандаж где? О, у меня еще и бандажа нет. Шикарно. Вода в туалете. Где мои бинтики мои? Где? Так. Повязка. Повязка крафтится 10 секунд. То есть у меня больше нету тряпок на то, чтобы сделать себе повязку. Здесь тоже больше ничего нет. То есть, ну, много недоработок на самом деле. Да. Я, конечно, сделаю вид, что я никого не видел тут. Ага, мне типа надо без палева подойти туда. У него это, сука, это стелс. Так, здесь ничего нет. Они меня, короче, типа не спалили. Так, все, мы зашли. Да, конечно, да. Дома все есть. Есть патроны. Что здесь? Да. Это чувство, когда у тебя беды с английским. О, волына. Пистолето. Пистолето, и это хорошо. Здесь есть три патрона.
Здесь больше ничего нет. Вот книги, да? Книги нельзя собрать. Их можно использовать как топливо в костер. Одеяло есть. И... печенюхи. Конечно. Горшки всякие, то есть, ну. Так, где мой топор? Оба. Да, ну хотя бы вот это можно делать. Тут где-то была лестница на второй этаж. Быстрый спуск. Мне это нравится. Забираем все. Кровать потрепанная. Так что вот это? Ну, нельзя открыть. А, это стол. Ок. Ладно. Здесь вот это. И опять все на английском. То есть, ну и еще перевод корявый здесь. На самом деле русский. Так, болты. Железяки. О, ракетница. Так, ракетница. Еще нельзя открывать вот это все. Ну, то я уже повторяюсь, конечно. Тем не менее. Пластики, болты. Где я патроны для ракетницы? Раз, два. Угу. Одна заряжается. Так. Нормально. Нормально. О, шторы можно забрать. Отлично. Шторы — это то, что нам надо. Максимально темно стало. Ничего не видно. Так, здесь была кнопка. Ага. Так. Как жестко потемнело. А, потому что 12 ночи. Фонарик не вывозит. Ну что ж. Так, хочется пить. Хочется есть. О. Не особо помогает, на самом деле. Можно зайти на второй этаж и завалиться, поспать. Сейчас мы убираем его. Открываем бутылочку воды. Выпиваем. Так. В 20 минут я все-таки не уложился. Берем. Ой. Сюда гамак. Как бы должно пройти какое-то количество времени, а он поспал всего 2 минуты. То есть за 2 минуты на улице не посветлело. Еще один есть. Ого. О, есть быстрый доступ.
Как его настроить? Да. О. На улице нормально. Вон они, волки гуляют. Ага. Нужно вот найти аккумулятор. Знаете, типа, будучи нормальным, что это? Репки. Багажник бы открыт. Ой, багажник, капот. А, будучи нормальным, адекватным человеком, я бы просто перелез через это и типа пошел дальше. Но нет. Тут же надо выполнять задание. Подлогим. Угу. Хозяина явно съели волки. Так. И чё, они реально ушли? То есть я отпугнул волков. Ну прям нормально, нормально. Так, можно дверь отбить? То есть он машет бесполезным топором. Да. Теперь я еще и зайти в этот дом не могу. Ну? Очень странно. А, волк. Сука. А патронов-то нет. А их два или он один? Пошел нахер. Ого. Да, надо срочно похавать. Ушоночки. Так.
любой момент может появиться второй волк. Который случайно заблудился. И туда пройти нельзя, короче. Может, надо было волков убрать? Откройся ты, дверь. Да, ну вот типа, пожалуйста. То есть он колотит в пустую дверь, дверь не открывается. Значит, туда надо как-то попасть другим образом. О-о-о. То есть аккумулятор здесь живой, да? Да, нормально. В дом я тебя, говорит, не пущу, но аккумулятор дам. То есть на улице минус 25. Не такая уж аномальная жара. Ой, жара. Холод. Вот это лебедка, конечно. Лютая. Лютейшая. Так, аккумулятор надо забрать. Так, ну что дальше? Дальше опять волки. Трое уже. Тремя волками сложнее, на самом деле. Или их здесь было двое, и один, который убежал. Так. Так, ладно, надо свалить от этих собакинов. Плохая идея еще была трактор убирать. Может, патроны еще для ракетницы будут. Но об этом мы уже узнаем потом. Когда-нибудь. О, патроны. Нормально. То есть у меня есть 6 патронов. Да. 3-4 патрона на одного волка. Волков трое. Патронов надо 9. Где взять еще? Вот это уже, конечно, вопрос. Так. Понятно. Заломается. Подожди, а вот этот сундук разве был открыт? Это я не помню. Ну да ладно. Да, ничего не ломается, не разбивается. На самом деле такое.
Но, как по мне, это не такая уж и дорогостоящая игра, раз у нее даже бета-тест бесплатный. В плане открытый доступ. Но, я думаю, на этом все. Можно закончить. Вот еще раз вот резюме, вот вариант. Вариант. Введите ключи. Это управление. Да, то есть присесть это C, взаимодействие это E, инвентарь это Tab, New Escape, естественно, прыжок это пробел. Ну и все, как бы. Вот, то есть язык у меня на секундочку стоит английский уже. Ставим русский. Применить. Ничего не поменялось. Видите, ключи, аудио основной. То есть, ну, тут даже настройки такие себе. Я видос скинул на средний. Некоторые вот сглаживания, все вот это вот убрал, ну, чтобы не мешало. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Видос получился 41 минута. К сожалению. Если есть желание смотреть, смотри. Чуть позже сделаю продолжение с этого же места, где сейчас остановился. Примерно. Да, я думаю, закончить демку. Я не думаю, что она такая большая. То есть тут же есть какие-то задания, потом она заканчивается. Скорее всего. Не знаю, может быть так, а может быть нет. Так что жди продолжение, товарищ. Вот. Если надо продолжение, там лайкосы кидай сюда. Я хотя бы буду знать. Ну, на этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр, что досмотрел до конца. Хорошего тебе всего дня и как минимум не дня. То есть, ну, всего тех благ, как говорится.